Всем доброго времени суток. Хотелось бы оставить отзыв, поделиться своими впечатлениями о работе Влады и Веры, о том, как моя жизнь разделилась на до и после чистки. Значит, произошло, не могу даже описать, изменение внутри меня, как что-то поменялось, перещелкнулось. Влад и Вера показали мне дорогу, в каком направлении двигаться, открыли как бы дверь. И знаете, ушла эта серость будней, тяжесть всего, однотипность. И сейчас, видимо, сам еще изменился, научился менять. Радует природа, радует солнышко, зеленая трава. Если идет дождь, много прекрасного вокруг, даже дождь не портит настроение. Ушла тяжесть этих серых будней и... Присутствует легкость, нет страха, что-то не получится, или все будет прекрасно, главное быть уверенным. И вот Влад и Вера именно показывают эту дорогу, а дальше мы уже сами. Кто хочет, то дальше будет идти и видеть только светлое, легкое, чистое. И знаете, насколько это легче помогает? И легче жить, и вокруг меня стало легче всем. И мои родные начали меняться, и чувствуют мои изменения. Отношения в семье очень изменились в положительную сторону. Попробуйте. Я вам очень советую, рекомендую. Если, особенно те, кто понимает, что что-то не так в жизни. Ведь не только все темное и серое вокруг. Много света, чистоты, доброты есть. Просто мы привыкли это не замечать. Поэтому... А это все есть вокруг. Оно нас окружает, надо увидеть, попробовать. Еще раз огромная благодарность Владу и Вере и Оле за проведенную работу. Друзья, пробуйте, обращайтесь, и вы почувствуете на себе разницу. Очень-очень изменилось все вокруг, ярче солнце постоянно. Даже описать не могу на эмоциях, но... Попробуйте, увидите, насколько жизнь прекрасна, и жить будет вам легче. Благодарю, всего доброго.